Здравствуйте, друзья! С вами ведущие нашего радио Таня Борисова и Андрей Ломанов. И мы начинаем наш благотворительный концерт «Звуки добра». Сегодня мир переживает особенную ситуацию. Не просто приходится всем, в том числе и музыкальной индустрии, которая, как и другие отрасли, сильно пострадала во время пандемии. Но мы все понимаем, что именно усилия врачей помогают нам выжить. Они не всегда говорят о каких-то своих сложностях, трудных жизненных ситуациях, но мы можем им помочь именно сейчас, именно тогда, как раз, когда они испытывают эти самые трудности. И давайте сделаем это вместе, протянем им руку помощи. Наше радио вместе с благотворительным фондом «Врачебное братство», а также Национальной ассоциацией производителей музыкальных инструментов и музыкального оборудования «Мир МИО» организовали концерт «Звуки добра». Да, нас поддержали представители музыкальной индустрии, исполнители, производители музыкальных инструментов, и все они выражают невероятную благодарность всем докторам, которые самоотверженно, совершенно не жалея себя, помогают нам в эти трудные времена. Вы увидите их и услышите. А они расскажут вам о своей работе, а также о том, как важно беречь себя и своих близких в этих непростых условиях. Добрый день, дорогие друзья. 2020 год для нас год очень сложный. Он принес нам пандемию 2020. Сложно сегодня всем, но есть люди, которым всегда труднее. Это медики, которые сегодня ведут тяжелую борьбу с невидимым врагом – COVID-19. Многих мы потеряли. Многие попали в очень сложные жизненные обстоятельства. Но у нас есть уникальная возможность протянуть им свою руку помощи. И сегодня это не просто доброе дело, это урок эмоционального интеллекта. О способах помощи врачам вы можете узнать на сайте ассоциации «Мир МИО», а также на сайте нашего радио «Наши.ру». Также помочь можно на сайте фонда «Врач-фонд» в разделе «Пожертвовать» или отправить смс на номер 3443. Там нужно указать слово «врач» и через пробел написать цифрами сумму, которую готовы вы пожертвовать в рублях. Ну а у нас впереди выступления Светланы Сургановой, Найка Борзова, Сергея Бабунца, Мары, Петра Налича, групп «Луна», «Ногу свело», «Конец фильма», «Мураками», проекта «Горшенев», а также «Маша и медведи». А также будут видеообращения артистов, призывающих беречь друг друга как никогда и быть милосердными, особенно к тем, кто каждую минуту и каждую секунду совершает подвиг ради нашей жизни, врачей и всего-всего-всего медицинского персонала. Итак, наш концерт «Звуки добра» начинается. Мы стартуем, и первый гость в нашей студии — группа «Луна». Все музыканты группы весной и летом уходили в самую настоящую самоизоляцию и ни с кем не контактировали. Первый сингл нового альбома «Начало нового круга» называется «Из этих стен». Созвучно карантину. Абсолютно. Практически весь альбом записывали в домашних условиях, кроме барабанов. Барабаны все же пришлось записать в студии. Итак, в студии нашего радио группа «Луна». Всем привет, друзья! Вы смотрите благотворительный концерт «Звуки добра». Этим концертом мы хотим поблагодарить медработников и врачей, которые в это сложное время борются за наши с вами жизни, и хотим привлечь внимание к проблеме сбора средств по оказанию помощи семьям пострадавших медиков и оказанию помощи самим врачам, которые перенесли заболевание и сейчас находятся в трудной ситуации. Давайте вместе друг друга поддерживать и таким вот совместным путем решать наши с вами проблемы. Я решила выбрать этот путь поначалу наугад, но с годами глубже видя суть, кто всегда идет вперед, пусть порой дорога непроста, к счастью своему придет, даже если шанс один из ста, без тебя.
страстей и сомнений. Я пряча лица, идти к своей цели. Дорогой бойца. Идти до конца. Смешек и проблем променял дорогу вверх на тоскливый путь стандартных схем. Чтобы не жалеть потом, нужно страх и лень оттолкнуться, не сдаваться, быть бойцом на дороге, что ты выбрал сам, без тени сомнений. Не прячь лица, идти к своей цели. С опытом познала я, в нашей жизни нет простых путей. Ну что не убьет меня, завтра меня сделает сильней. В этом мире каждый сам волен управлять своей судьбой. Но сначала до конца нужно просто быть самим собой. Нужно просто быть самим собой. Нужно просто быть самим собой. Судьбу свою на кон поставил. Этот трек посвящается им, кто оставил на память другим свой полет через тернии к звездам. Этот текст посвящается всем тем, кто понял свои 27, возвращаться уже слишком поздно. Этим героям, этим изгоям, вечно живым, дерзким и молодым. Слава героям, ломавшим темы, слава изгоям внутри системы. Слава всем им, кто пошел до конца, кто погиб молодым, но остался жить в сердце. Этот трек посвящается им, кто покинул наш мир молодым и уже никогда не вернется. Этот текст посвящается всем, кто ушел навсегда в 27, тем, кто смотрит на нас и смеется. Этим героям, этим изгоям, вечно живым, дерзким и молодым. Слава героям,
принял этот бой, чья жизнь была игрой без правил. Те, кто в небо взяв разгон, судьбу свою на кон поставил. Этот трек посвящается им, кто покинул наш мир молодым и уже никогда не вернется. Этот текст посвящается всем, кто ушел навсегда в 27, тем, кто в наших сердцах остается. Где-то там, а я где-то тут. По-прежнему шлю свой сигнал прямо в пустоту. И знаю, что ждать бесполезно. Я гляжу в эту черную бездну, но все так же она молча смотрит в меня. Закат гонит ночь, а потом гонит ночь рассвет. Все мы не одиноки в своем одиночестве. Замки и границы закрыты. Мы планеты на разных орбитах, что не пересекутся, увы, никогда. Что не пересекутся уже никогда. Пусть вокруг пустота, и я здесь, а ты там. Свой сигнал в пустоте, пусть нас космос унес на орбиты разных звезд. Я отправлю тебе свой сигнал в пустоте. Я знаю.
тебе одиноко там, как и мне. И каждый закрыт в своем собственном коконе. Но я верю, что чудо случится, несмотря на замки и границы. Я однажды услышу сигнал в тишине. Я услышу в ответ твой сигнал в тишине. Пусть вокруг пустота, я здесь, а ты там. Я отправлю лететь свой сигнал в пустоте. Пусть нас космос унес на орбиты разных звезд. Я отправлю тебе свой сигнал в пустоте. Группа «Луна». Спасибо, ребята, большое, что были сегодня с нами. Лусюне, тебе отдельное большое спасибо. Это благотворительный концерт «Звуки добра». С вами ведущий нашего радио Таня Борисова, Андрей Ломанов. Спасибо Национальной ассоциации производителей музыкальных инструментов и оборудования «Мир МИО», а также благотворительному фонду «Врачебное братство». А также медикам, которые оказывали и продолжают оказывать помощь всем, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией. Ради нас они испытывают фантастические нагрузки и, несмотря на все средства защиты, ежедневно рискуют своим здоровьем. Дорогие друзья, вы помните, что вы желали друг другу в канун нового 2020 года? Наверняка звучали пожелания здоровья, благополучия, стабильности. И кто бы мог подумать, что эти слова приобретут такое значение в 2020, когда мы стали говорить вирус, вакцинация и даже искусственная вентиляция легких. И в это время особое значение приобретают люди, которые знают как. Как помочь, как вылечить, как утешить. Это врачи и медицинские сестры, которые работают на передовой. На передовой, как солдаты на войне. И приходят они на эту работу каждый день, рискуя и своим здоровьем, и рискуя принести вирус в семью, где у многих из них есть дети и пожилые родители. Одна доктор, которая работает у меня в отделении, рассказывала, что в начале эпидемии муж сказал ей: «Уходи немедленно из этой медицины, ты всем нам можешь навредить». Но она не ушла и продолжала каждый день приходить на работу. Однажды она заболела. К счастью, все закончилось благополучно. Но так произошло далеко не у всех. Ведь для многих из нас медицина – это не просто профессия, это дело, которому мы служим и в хорошие времена, и в плохие. Возможно, когда-то в будущем вы придете в поликлинику, и вас встретит робот. Но пока вы видите там живые человеческие лица, улыбку, которую вы замечаете и через маску, и слышите слова одобрения. Медикам, врачам и медицинским сестрам сейчас тоже очень нужна забота, поддержка и помощь. Давайте вместе поможем врачам и их семьям, больше других рисковавших в период эпидемии и погибших в борьбе с вирусом. Ну а теперь к нам из Центрального дома архитектора в Москве присоединяется Петр Налич. Это «Звуки добра», концерт в поддержку врачей от музыкальной индустрии. Встречаем, Петр Налич. Еду далеко, легко, легко. Надо бы взять кого, надо бы кого-то взять с собой, но нету никого, нету никого. Едет далеко, легко, легко. Вот бы меня взял, вот бы на меня взял с собой, но нет я не его, нет я.
это за песня за рекой? Кто это поет ее со мной там? Где-то за рекой, где-то за рекой. Yeah.
большое спасибо за выступление. Для нас это было очень важно. Это благотворительный концерт «Звуки добра», где объединились представители музыкальной индустрии, сами музыканты, партнеры, чтобы привлечь внимание к вопросу поддержки врачей, которые пострадали в этом году при борьбе с коронавирусом. Важнейший партнер проекта – благотворительный фонд «Врачебное братство». Он создан клиникой «Медицина» для помощи медицинским работникам России. И это уникальный благотворительный проект. Он объединяет представителей медицинской общественности, пациентов, медицинские учреждения, а также лучшие организации страны. Врачи сейчас на передовой борьбы с COVID-19. Красная зона. Мне кажется, это словосочетание сегодня знают уже все. Наш концерт состоялся благодаря поддержке Ассоциации производителей музыкальных инструментов и оборудования «Мир МИО». Работа ассоциации нацелена на развитие музыкальной индустрии в России, а также продвижение отечественной музыкальной продукции за рубежом. И сейчас давайте предоставим слово директору ассоциации Максиму Гузинину. События 2020 года были мощнейшей проверкой каждого человека на прочность. И тот факт, что сегодня мы с вами, производители музыкальных инструментов, музыканты и врачи, вместе смотрим прекрасное шоу, давая себе возможность отвлечься от проблем, показывает, что мы эту проверку прошли. У каждого в этом году было свое сражение. У производителей за сохранение сотрудников и компетенций в новых экономических реалиях. У музыкантов за приумножение творческого потенциала в отсутствие вдохновения. А у медицинских работников самое главное – за жизни всех нас. Тот подвиг, который совершает каждый врач, выходя на смену, сложно переоценить. Каждый день такой работы приравнивается к десяткам спасенных жизней. От лица музыкальной промышленности я хочу выразить благодарность всем медикам, которые оказывали и продолжают оказывать помощь сотрудникам предприятий, музыкантам, педагогам музыкальных школ и всем тем, кто связан с музыкой. Именно благодаря вам надежда на лучшее живет в сердце каждого из нас. Это специальная студия нашего благотворительного концерта «Звуки добра». Это Андрей Ломанов, Таня Борисова, мы ведущие радиостанции «Наше радио». И сейчас к нам присоединяется группа «Конец фильма». Лидер группы, музыкант Евгений Феклистов, во время самоизоляции активно участвовал во всевозможных благотворительных проектах. И, конечно, с готовностью откликнулся на предложение выступить в нашем концерте. Добрый день всем, дорогие друзья. Сегодня группа «Конец фильма» участвует в концерте, который называется «Звуки добра». И посвящается он всем работникам в белых халатах, нашим врачам доблестным, которые в наше непростое время все-таки спасают нас, наши жизни, наше здоровье и здоровье наших близких. Так что мы, как и большинство людей этой планеты, выражаем свою солидарность и поддержку этим мужественным людям. Весна, время школьников и самоубийц, весна. Дети бьют из рогаток птиц, весна. Солнце в глаз, серо-бурая грязь под ногами. А весна, я хочу начать новую жизнь, весна. Денег бы до зима должить, весна. Небо синее, как синяки под глазами. А весна, сны и запахи вторгаются в мозг, весна. Аллергия и амфетаминоз, весна. Вновь коты на капотах машин загорают. А весна, и снова хочется какой-то любви, весна. И мои губы тщетно ловят твои, весна. Где проснется моя голова, я не знаю. Но я так хочу сейчас, ну где ты, милая? И я не знаю, сколько длится сейчас. И я к тебе только сотую часть, я знаю. А весна.
весна, в брызгах семени, как в зеркале луж весна. От одной жены к другой ушел муж весна. Разбивает сердца, в сердце каждого бьется. Весна, неужели она так и пройдет, весна? Может, мне наконец повезет, весна? Каждый год я так жду, а она лишь смеется. Но я так хочу быть с тобой сейчас. Ну, где ты, милая? И я не знаю, сколько длится сейчас. И я тебе только сотую часть, я знаю. Давно стемнело, моросит. Мелькают тени за спиной. Сквозь сон полночное такси скользит по улицам домой. Как же хорошо было бы свернуть, бросить все с нуля, начать свой путь. Дождь почти прошел, вдали горят огни, и кажется, нас ждут они. Непрожитые дни, лишь только руку протяни. Ощутить на миг свет счастья, растворившись в них. Но как мне сон стряхнуть с ресниц? Не вспомнить год, не вспомнить век. Как этот город ночью пуст. Нет сил, нет мыслей в голове. Осталось в сердце чувств. Может быть, пора выйти из авто. Надо лишь сказать «довольно», «стоп», кончилась игра. Вдали горят огни, и кажется, нас ждут они. Прожитые дни, лишь только руку протяни, чтоб ощутить на миг свет счастья, растворившись в них. Но как мне сон стряхнуть с ресниц? Oh!
золотые дни. Но как мне сон стряхнуть с ресниц? Я здесь не был 100 лет, но кто вспомнит, где я пропадал? Время стерло мой след. Так зачем возвратился я сюда, где нет прежней любви и друзей? Не слышно смеха, только памяти эхо, тени прошлых дней. Здравствуй, мой город родной, сколько раз ты вставал предо мной, проплывал в огнях, сколько шагов за спиной. И я вернулся домой, ты узнал меня, ты меня узнал. С грустью смотрят глаза, все чужое, старый дом, подъезд. И я вернулся назад. Что теперь? Что я жду от этих мест? Что воскреснут мечты и тепло заветные встречи. Мы простились тот вечер. Сколько лет прошло? Здравствуй, мой город родной, сколько раз ты вставал предо мной, проплывал в огнях, сколько шагов за спиной. Я вернулся домой, ты узнал меня, ты меня узнал. Так чему же я рад? Отчего я плачу и пою, как безумный солдат? Что один выжил в роковом бою, вниз лечу головой, как забой, сквозь тьму и холод. Обними меня, город, и побудь со мной. Здравствуй, мой город родной, сколько раз ты вставал предо мной, проплывал в огнях, сколько шагов за спиной. Я вернулся домой, ты узнал меня, ты меня узнал.
обними меня, город, и побудь со мной. В нашем эфире была группа «Конец фильма». Евгений, большое спасибо. И, как сейчас принято желать, берегите себя и будьте здоровы. Ну да, впереди у нас выступление Светланы Сургановой, Найка Борзова, Сергея Бабунца, Мары, Ногу Свело, проекта Горшенев, Мураками, а также группы «Маша и Медведи». Наши друзья-музыканты выступают здесь сегодня для вас и для нас в помощь врачей, помогающих нам в эти пандемические времена и пострадавших от коронавирусной инфекции 2020 года. Кстати, благодаря врачам, которые оказывали и оказывают помощь в сфере музыки, не остановилось ни одно предприятие, которое занимается производством музыкальных инструментов. Да, в том числе. Добрый день, меня зовут Борис Рожанский. Я руководитель системообразующего предприятия России Asia Music Company и фабрики РТП «Ростеатр Проект». Мы производим оборудование для театров, концертных залов, а также музыкальные инструменты. Проблема, с которой столкнулось все человечество в этом году, проблема пандемии, к сожалению, не обошла стороной и наш коллектив. С самого начала лета мы стали приглашать лаборатории сюда на производство, где медики помогали тестировать и выявлять заболевших сотрудников. 7 раз приезжала лаборатория и 7 раз лечили заболевших. Благодаря своевременно оказанной помощи на сегодняшний день все наши работники в строю, никто фактически не переболел в сложной форме, все болели в легкой форме. Значит, и сегодня все уже на работе. Я бы хотел поблагодарить тех медиков, которые приезжали к нам на производство, помогали тестировать, выявлять заболевших работников. А также от всей души хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать крепкого сибирского здоровья. А мы приветствуем всех. С вами Таня Борисова и Андрей Ломанов. Мы ведущие нашего радио. И продолжаем благотворительный проект «Звуки добра». И прямо сейчас на связи Санкт-Петербург и проект «Горшенев». Между прочим, песни Алексея Горшенева вдохновляют и поддерживают врачей скорой помощи северной столицы в их работе. Весной этого года, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции, сотрудники станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга сделали клип о своей работе. Они использовали в качестве музыкального сопровождения песню группы «Кукрыниксы» «Никто». И, как написали сами врачи-музыканту, анестезиологи и реаниматологи так говорили, что именно эта песня наиболее соответствовала их внутренним переживаниям на тот момент. А буквально на днях, но нужно понимать, что это 9 месяцев работы в новых условиях, появился еще один видеоклип на песню «Колокола». И мы приветствуем Алексея Горшенева из Санкт-Петербурга. Ты думаешь, как жить, и честно так в груди, и мир вокруг как ноль, все тает на пути, сейчас ворвется боль.
обнимай меня, как не обнимала. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало жизни выпить горькой воды. Обнимай меня, как не обнимала. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало жизни выпить горькой воды. Пока возможность есть, не отпускайте рук. Все может умереть, так и не сделав круг. Как птицы ищут даль, так ищем мы звезду. Нам никого не жаль, и все летит в дыру. Обнимай меня, как не обнимала. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало жизни выпить горькой воды. Обнимай меня, как не обнимала. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало жизни выпить горькой воды. Я буду ждать тебя. Я очень люблю тебя. Я буду верна. Обнимай меня, как не обнимала. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало жизни выпить горькой воды. Обнимай меня, как не обнимала. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало жизни выпить горькой воды. Тебе не питая страсти, жизнь тебя проиграла в стуже.
и смерти ты не нужен. И смерть во мне объявили мне. Будь я жить, не кидая тени, обладая горячим телом, обжигая холодным взглядом, станешь ядом. Я так не могу жить, все не дарить. Понять не успеваю. Я есть жизнь, я есть смерть. Там-то все уже знаю. И смерть во мне объявили мне. Так и будешь идти по краю между адом земным и раем, между теми, кто жил, кто снится, будто селится. Я так не могу жить, все не дарить. Понять не успеваю. Я жизнь, я смерть. Там-то все уже знаю. Так не могу жить, все не дарить. Понять не успеваю. Я есть жизнь, я есть смерть. Там-то все уже знают. Внутри, где вечный пульс начнет свой бег, вечно живой, к нам устремившийся безудержный огонь. К нам стучится мир, где слепит свет из глубины, где нет причин не быть собой, где на краю стоит рожденный быть звездой.
добавит двум нежным телам красоты. А дальше, дальше посвет горящий кометы увидим рождение звезды. Дан особый знак, когда и как проснется мир, и только так, и только ты оставишь нам что-то особое, чем мы. Дальше, дальше ангел парящий добавит двум нежным телам красоты. А дальше, дальше подсвет горящий кометы увидим рождение звезды. Добавит двум нежным телам красоты. А дальше, дальше подсвет горящей кометы увидим рождение звезды. Дорогие друзья, хочу обратить внимание, что это уже вторая волна, она очень серьезная, очень сильная. Не пренебрегайте гигиеной, ношением масок. Жить нужно дольше, жить нужно счастливее, добрее. Будьте внимательней, будьте осторожней. Нам еще с вами очень много нужно сделать. Спасибо врачам, это, конечно, наши сегодняшние герои. Надеюсь, что им все говорят спасибо. Спасибо за вашу помощь, вы молодцы. Мы с вами, если что. Мы тоже стараемся быть аккуратными. Мы присоединяемся. Мы присоединяемся. Мы, кстати, тоже сделали свои маски. Да. Вот у Сергея, кстати, она есть сейчас на нем. Да, они у нас... Но это не в виде рекламы, а в том, что мы поддерживаем Минздрав. Будьте здоровы, дорогие друзья. Спасибо, Алексей. Это был проект Горшенев из Санкт-Петербурга. А мы продолжаем наш концерт «Звуки добра». И отдельный привет, конечно же, сотрудникам скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга. И не только Санкт-Петербурга, а всем-всем медикам нашей большой и необъятной родины. Мы говорим вам огромное спасибо за вашу работу. Просим беречь себя и, конечно же, хотим поддержать вас в эти очень непростые дни. И давай сейчас дадим слово самим врачам. Знали ли наши коллеги, которые были в первых рядах начала пандемии, на что они идут? Думали ли они о себе, бросаясь на помощь нуждающимся в ней заболевшим людям, сутками, днями, неделями, не выходя из больниц, борясь с невидимым, неизученным и таким страшным врагом? Конечно, думали. Но, несмотря ни на что, выполняли свой долг, оставаясь верными своей профессии. Ночи напролет рисковали своим здоровьем и своей жизнью. Ежедневно мы слушаем сводки о заболевших, умерших, выздоровевших людях, но не всегда задумываемся, что среди заболевших есть много медиков, стоявших сутками напролет на дежурстве в красной зоне, что за каждым медиком стоит своя судьба. Родители, мужья, жены, дети, любовь, счастливое будущее. Но эти люди поставили во главу всего этого благополучия, спасения людей, даже ценой собственного здоровья и, к сожалению,
собственной жизнью. Это ли не подвиг? И об этом подвиге, и о медиках, которые его совершили, будут написаны стихи, песни, будут сняты фильмы. А имена вечно будут помнить люди, чье здоровье и жизнь были спасены благодаря самоотверженному труду наших коллег, наших героев в мирное время. Низкий вам поклон. О способах помощи врачам вы можете узнать на сайте фонда «Врачебное братство», ну или в группе нашего радио ВКонтакте. Помочь можно на сайте фонда «Врач-фонд» в разделе «Пожертвовать» или отправив смс-сообщение на номер 3443, слово «врач», через пробел укажите цифру суммы в рублях. Ну а мы продолжаем наш концерт, и в студии группа «Маша и Медведи». Здравствуйте. Мы группа «Маша и Медведи», и мы сегодня играем с огромной благодарностью всем нашим удивительным врачам и вообще всем бодхисаттвам, которые жертвуют своей жизнью и дарят жизнь другим людям. Спасибо вам. Благодарим. Thank you.
И группа «Маша и Медведи». Большое спасибо. Ну, а с вами Таня Борисова и Андрей Ломанов, и мы продолжаем наш благотворительный концерт «Звуки добра». Он организован нашим радио совместно с благотворительным фондом «Врачебное братство», а также Национальной ассоциацией производителей музыкальных инструментов и оборудования «Мир МИО». Вместе мы хотим поддержать всех медиков нашей страны. От всей нашей команды «Ателье Гончарова» мы хотим выразить безграничную благодарность всем, кто защищает нас и наших детей, нашу страну и наше будущее от страшной пандемии. Сегодня весь мир переживает особенную ситуацию, и наша индустрия, как и многие другие, пострадала от последствий пандемии. Спасибо вам, дорогие наши медики, за ваше мужество, самоотверженность и профессионализм. Пусть мир, крепкое здоровье и человеческое счастье не покидают вас, ваших родных и близких. Это благотворительный проект «Звуки добра», где объединились представители музыкальной индустрии, музыканты, наши партнеры, чтобы привлечь внимание к вопросу поддержки врачей, которые пострадали в 2020 году при борьбе с коронавирусной инфекцией.
И, конечно же, большое спасибо всем вам, наши дорогие зрители. Спасибо за то, что мы вместе, потому что именно вместе мы делаем это большое и важное дело. А к нам присоединяется Мара. Как раз в эти дни певица работает в своей студии над новой песней «Панк-рок». Песня как раз о том, что мы с вами пережили в этом году. Всем привет! Мы рады играть сегодняшний концерт в поддержку врачей, тех людей, которые в этом году сделали максимально много и которые прожили этот год на пределе своих человеческих возможностей. Настоящие герои сегодняшнего дня. Люди, которые каждый день спасают, защищают, порой ценой собственной жизни, ведут за собой
вызывают огонь на себя. Наша песня «Он» о таких людях, о врачах тоже. Следы на воде круги. Он говорил, я уходить не хотел, но надо плыть кругом враги. Он говорил, мы будем зверя гнать, а голова не до конца. Задачи наших жен и мат, пока горит огонь в сердца. Thank you.
Спасибо, Мара. Мы все, и музыканты, и сотрудники радиостанции «Наше радио», и представители музыкальной индустрии, и, конечно же, наши зрители, я в этом абсолютно уверена, говорим огромное спасибо всем врачам за их тяжелый и опасный труд. И, конечно же, мы призываем вас остаться неравнодушными к проблемам врачей, которые, как и мы, оказываются в сложных жизненных ситуациях. И, несмотря на это, оказывают нам помощь и борются за наши жизни каждый день. Это «Звуки добра». Благотворительный концерт, где объединились представители музыкальной индустрии, сами музыканты и наши партнеры, чтобы помочь врачам. С вами Таня Борисова и Андрей Ломанов. Мы ведущие нашего радио. И с нами на связи с Сочи выходит Сергей Бабунец. Между прочим, во время самоизоляции Сергей записал новый альбом. Вокальные партии исполнялись в шкафу. Ничего себе. И именно там Сергей нашел идеальные условия для записи голоса. А, Танечка, но поскольку мы с тобой радиоведущие, мы прекрасно знаем, что платяной шкаф, может быть, одеяло или пледика и небольшой диктофон вполне могут выполнить роль небольшой студии звукозаписи. Да, действительно, мы об этом узнали в этом году. Одна из песен Сергея Бабунца, она называется «Просто музыка, просто слова», родилась именно благодаря самоизоляции. Это такое жизнеописание, ситуации, переживаний, эмоций на данный конкретный момент. И, конечно же, также в песне чувствуется ожидание и такое нетерпение всего того, что случится, когда это все закончится. Что будет? И самое главное, какими будем мы? Ну и появился, конечно же, клип. Кстати, многие музыканты во время самоизоляции записывали клипы дома, снимая себя и своих друзей. А Сергей Бабунец сделал клип из видео, который прислали его друзья и поклонники. Между прочим, получилось очень-очень весело, и я бы даже сказал, как-то душевно. Так и вышло. Сергей Бабунец. Здравствуйте, друзья. Поехали. Странно, когда ты сходишь с ума, у меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные сны. Снится, что мне не дожить до весны. Снится, что вовсе весна умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе. Чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь.
Я не сошел с ума, так надо. Мою любовь ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Спасибо. Сегодня в моем составе сборная музыкантов города Сочи при поддержке нашего прекрасного Черного моря. Шлем вам пламенный привет. Ура! Поехали. Любовь дает толчок, невидимые крылья вырастают. Всегда есть то, что не стареет и не тает, пока вселенной крутится волчок. Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение. Еще одно такое же мгновение, и вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. Есть я и ты, и несколько секунд, когда дыхание в страхе замирает. Я знаю то, что не стареет и не тает. И есть глаза, которые не врут. Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение. Еще одно такое же мгновение, и вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. Касание небес, блеск глаз и звездное свечение. Еще одно такое же мгновение, и вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. Спасибо.
Как поется в песне уральской группы «Курара»: «В моем городе самая тяжелая работа – любить кого-то, но кто-то должен делать и эту работу. Всем врачам, совершающим ежедневный подвиг, посвящается». Глаза останутся любимыми мужчинами, останутся отцами, а женщины останутся желанными. Пока танцуют танго, пока танцуют ангелы, ничего плохого может случиться со мной, пока они танцуют, пока у них есть крылья за спиной. Спасибо, что лишили бессилия. Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали. Спасибо. Счастья, удачи и вечной молодости. Это был Сергей Бабунец. Сергей, большое спасибо. И, кстати, привет морю. А «Звуки добра» продолжаются. Это благотворительный концерт в поддержку врачей, организованный Национальной ассоциацией производителей музыкальных инструментов и музыкального оборудования «Мир МИУ» и благотворительным фондом «Врачебное братство» при поддержке нашего радио и, конечно же, наших друзей-музыкантов. Мы все прекрасно знаем, что сегодня на всех врачах, работающих в том числе с обычными пациентами, лежит огромная ответственность. Врачи не только вкладывают все свои силы, время, свою душу в помощь больным, а находятся реально в состоянии повышенной опасности. И все мы понимаем, что они настоящие герои.
Почти год мы живем в новой реальности. 2020 сильно не похож на предыдущий. Можно по-разному относиться к коронавирусу, верить в него или игнорировать, бояться или не очень, но факт остается. Он изменил наш быт, наши привычки, он сильно изменил жизнь медицинских работников. Многие из нас впервые в жизни надели средства индивидуальной защиты и вошли в красную зону. Но вирус оказался не так прост и едва ли предсказуем. Стали погибать наши коллеги. И за прошедший год та большая цифра – это не статистическая погрешность. Это наши друзья, которых не стало, и с этим нам только предстоит научиться жить. Наконец-то появляются вакцины. Но, к сожалению, заболеваемость не идет на спад, а скорее наоборот. И сейчас то самое время, когда медицинские работники по-прежнему продолжают испытывать колоссальные перегрузки и нуждаться в защите и в поддержке, которой на сегодня, к сожалению, не хватает. Вне зависимости от наших убеждений и веры во что бы то ни было, сегодня то самое время, когда необходимо объединиться и помогать друг другу, помогать нуждающимся. Давайте беречь друг друга. Мы продолжаем наш благотворительный концерт «Звуки добра», и сюда, к нам, в специальную студию нашего радио, приезжают музыканты, чтобы выступить и сказать свои слова благодарности всем врачам. Давайте поприветствуем группу «Мураками» и Диляру Вагапову. Надо сказать, что все наши музыканты очень активно участвовали в благотворительных онлайн-концертах. И вот Диляра Вагапова поддержала тех, кто находится на карантине. Концерты проходили в рамках акций в Татарстане. Группа «Мураками» выпустила акустический альбом «В четырех стенах». Произошло это 24 апреля 2020 года. В пластинку вошло 7 треков, которые музыканты записывали в условиях самоизоляции. И, кстати, об ответственности. В октябре вся группа ушла на двухнедельный карантин после прямого контакта с человеком, у которого был обнаружен коронавирус. Им пришлось отменить концерты в 4 городах, поскольку они не стали рисковать здоровьем слушателей. Но сегодня они здесь вместе с нами, так что встречаем группа «Мураками». Звуки добра. Это звуки доброго сердца. И мы лично хотим поблагодарить каждого врача, кто вкладывает свою душу и сердце в это непростое для нас всех время. Тех, кто ежедневно спасает наши жизни. Лично я переболела ковидом, так же, как и моя мама, которую, слава богу, вовремя спасли вы, врачи. Вы наши герои, герои нашего времени. Мы действительно благодарны каждому, кто ежедневно трудится в красной зоне. И хотим напомнить вам о том, что вы сделаны из чуда, и мы, музыканты, можем поддержать вас, конечно, музыкой. Я буду.
идти, бежать. Проспект улицы, куда бежим, ты ненавидишь мои мысли, стал чужим. Я растоплю твой лед, я попаду в твой мир. Для нас с тобой начнется очередной турнир. Найди ответы, но не стоит мне и говорить. Дотронься до моей руки, пора все изменить. Кому куда лететь, на время повзрослеть. Моя любовь, как айсберг, на виду всего на треть. Ты просто дай мне минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. И дай обещания, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. Дай мне минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. И дай обещания, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. Рассвет ударит по лицу, я не боюсь. Мы с ним сегодня заодно договорюсь. Ты утопил наш миг, и поднялась стена. На ней мы раньше рисовали свои имена. Мы два героя черно-белых кинокартин. По-прежнему одна, по-прежнему один. Время уходит, сон, война между двух сторон. Последний шанс, чтобы сердца забились в унисон. Ты просто дай минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. И дай обещания, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. Дай мне минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. И дай обещания, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. Дай мне минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. Дай обещания, забьются сердца. И то, что ты со мной будешь до конца. До конца. Сандали, в поисках гения по спирали. Хлопьями воздуха манит дорога. Голоса нет, аллергия немногого надо. Поцелуй от помады, побережье Невады и кофе глицерин. Когда тебе рады любовь дубата и дождливая там. Так бежим по шоссе, это мой.
театр. Начинаем отсчет от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем. Пересекающий тег расстояние, беспрерывное эхо молчаливых признаний. Я подарю поцелуй и три слова. Голоса нет, аллергия, так многого надо. Простыню и пижаму, взгляд принцессы Дианы и запой по весне. Еще два банана, нежность и откалы. Ну что вы там, устали уже? Пожирает сентябрьский полдень. По колесам играет оркестр. Камень за камнем, камень за камнем. Это мой нулевой километр. Начинаем отсчет от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем. Пожирает сентябрьский полдень. По колесам играет оркестр. Камень за камнем, камень за камнем. Это мой нулевой километр. Начинаем отчет от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем. Это мой нулевой километр. Пожирает сентябрьский полдень. Камень за камнем, камень за камнем. Это мой нулевой километр. Начинаем отсчет от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем. Спасибо группе Мураками. Диляра, спасибо тебе огромное. А мы продолжаем наш благотворительный концерт «Звуки добра». С вами в студии Таня Борисова и Андрей Ломанов. Мы находимся в специальной студии нашего радио, где к нам присоединяются наши музыканты, наши гости. И вот, кстати говоря, один из наших гостей уже готовится к своему выступлению. Он сам ввел во время самоизоляции прямые эфиры, причем вместе с гостями. Записал в самоизоляции свой новый альбом «Капля крови создателя» и работал над ним в домашней студии. И сам его спродюсировал. А еще он сделал акустическую, я бы сказал, карантинную версию своей очень-очень известной песни. Таня прекрасно знает, что у меня нету ни голоса, ни музыкального слуха, Танечка, поэтому спеть эту песню придется тебе. Я, пожалуй, ее продекламирую, чтобы были друзья или хотя бы один, но теперь сижу я дома, потому что карантин. Песня «Маленькая лошадка», можно сказать, «Маленькая карантинная лошадка». Ну а в нашей студии Найк Борзов. Спасибо врачам, которые спасают наши жизни в эти непростые времена. Это благотворительный концерт в поддержку медицинских работников, которые борются с коронавирусом на передовой. «Звуки добра» от музыкального сообщества для врачей. Хочу знать, что ты делаешь сейчас, что ты делаешь сейчас. Я хочу видеть выражение твоих глаз, выражение твоих глаз. Радовался с тобой и переживать с тобой. Я хочу чувствовать, что чувствуешь сейчас, что ты чувствуешь сейчас. Радоваться с тобой и переживать с тобой.
чтоб ты не грустила никогда, не грустила никогда. В ледяной постели, чтобы не спала одна, чтобы не спала одна. По лесу ищет дурачок.
щек по лесу ищет дурачок глупее себя. Верхом на звезде, вцепившись в лучи, с луной на поводке ночи. Верхом на звезде, несусь навстречу ветрам, несбывшейся мечте. Встречу ветра и создал этот мир я сам. Спасибо, Nike. До встречи на концертах. Друзья, о способах помощи врачам вы можете узнать на сайте благотворительного фонда «Врачебное братство», а также в группе нашего радио ВКонтакте. Помочь можно и на сайте «Врачфонд» в разделе «Пожертвовать». Или же вы можете отправить смс-сообщение на номер 3443, указав слово «врач» и через пробел написав сумму, которую вы хотите пожертвовать в рублях. И давайте еще раз предоставим слово самим врачам, собственно, ради которых мы здесь и собрались. В сложные времена вся шелуха слетает и становятся видимыми вечные ценности. Вера, семья, дом, здоровье наших близких и свое. И находя в них опору, мы становимся сильнее и обретаем надежду. Есть вещи, к которым никак нельзя привыкнуть. К смерти, например. А если не успел сказать «прости» и «люблю» близкому, который ушел? Вот ведь как говорят, ушедшие к нам всегда возвращаются. Они возвращаются в наши сердца, поэтому всегда с нами.
И сейчас самое время задать вопрос. А что такое мы можем сделать вместе, чего не можем поодиночке? Ковид лишает нас обоняния и вкуса, но даже он не в силах запретить нам чувствовать любовь. А есть профессии, в которых случайные люди не задерживаются. Врач, например. Медицина – это ведь все про любовь. К людям, к жизни. Каждый, кто ушел, учит нас ценить жизнь, выбирать жизнь и идти вперед к новым достижениям и целям, чтобы все не зря было. И не бояться, и помогать. Потому что страх парализует, и от него нет никакой пользы. Никому, никогда и нигде. И если каждый возьмет свою долю ответственности за здоровье, а разумная осторожность и оптимизм – это лучшая профилактика, то мы выберемся, чтобы ощутить всю необыкновенность жизни. Так давайте же будем тем плечом, на которое могут опереться все врачи, которые находятся сейчас в красной зоне, и каждый день рискуют жизнью ради нас, ради нашей безопасности. Давайте будем опорой родственникам тех врачей, которые потеряли своих близких, которые для них, ради них рисковали самым святым, что дано человеку. Это его жизнь. «Звуки добра» продолжаются. С вами Таня Борисова и Андрей Ломанов. И это благотворительный концерт в поддержку врачей, пострадавших от COVID-19. Ну, все прекрасно понимают, что у вируса нет границ, он охватил весь мир. И с нами на связь выходит Макс Покровский прямо из Нью-Йорка. Весной во время самоизоляции Макс с семьей много гулял на природе. Парки в Соединенных Штатах были открыты, и пешком они прошли много-много километров. А вообще у группы «Ногу свело» в этом году вышел, прямо можно назвать, таким пандемическим циклом песен. Итак, он начался с альбома «Четыре стадии карантина», который появился в самом-самом конце весны и завершился в декабре песней «Пора прощаться», 2020. Максим, приветствуем тебя. Спасибо большое, что вы с нами. Мэтт Брюер, Самвел Саркисян, Дмитрий Вишнепольский, ваш покорный Максим Покровский вместе с вами. Большое спасибо всей команде «Ногу свело», которая за кадром, благодаря которой стала возможна эта съемка. А наше спокойствие, наше благополучие и здоровье стало возможным благодаря вам, дорогие врачи, медбратья, медсестры, все-все, кто работает в этой области. Мы прекрасно знаем, что для вас профессиональный долг превыше всего. Невзирая на риск для здоровья, невзирая на финансовые проблемы, вы все равно остаетесь на своем месте. И, может быть, есть одна вещь, которая для вас даже превыше профессионального долга – это ваша обычная человечность и доброта. Еще раз вам большое человеческое спасибо. Золотое время, сегодня выбрали вождя, и походу Бога солнца и дождя. Человеку очень нужен Бог, потому что он без Бога лох. Мы себе построили дома, чтобы в них совсем сойти с ума. Разорвали горные пласты и сходили с девушками в кусты. Все мои богатства и долги, все мои смертельные враги, я покидаю вас и пью на ход ноги. Пока остались силы, беги, беги, беги. Я просто выбираю вечность, я просто выбираю вечность, я покупаю бесконечность. Выйдя из тьмы, свято верили мы, все решается здесь и сейчас. Но пройдут времена и еще племена будут жить, чтоб не вспомнить о нас. Сегодня грохнули вождя и умылись каплями дождя, а потом разделись догола и смотрелись молча в зеркала. Нам теперь совсем не нужен Бог, райский сад уже давно засох. Будут только танцы у огня и купание дикого коня.
Выйдя из тьмы, свято верили мы, все решается здесь и сейчас. Но пройдут времена, и еще племена будут жить, чтоб не вспомнить о нас. Золотое время, золотое время. Ай-яй-яй-яй-яй. Все мои богатства и долги, смертельные враги, я покидаю вас и пью на ход ноги. Пока остались силы, беги, беги, беги. Я просто выбираю вечность, я просто выбираю вечность, я покупаю бесконечность. Золото. Вакцины сомелье. Как это круто проснуться утром лицом в салате оливье. Мы нервно смотрим на часы, свои года считая. Разносит Санта-Клаус и подарки из Китая. Прощаться 2020. Мы каждый день там всех галлюцинаций, за новостями не успеть. Пора прощаться, 2020, на стыке двух цивилизаций. Нам остается лишь нажраться, чтоб в 21-м протрезветь. За эту сумму я вам по зуму спою, раздевшись догола. Верхом на стуле скачу, как пуля. Ковид, расслабься, твоя взяла. Мы нервно смотрим на табло. Какой там курс валюты? Куда вас, сударь, к черту занесло ветрами смуты? Прощаться 2020. Мы нервно смотрим на часы.
коронавирус коснулся каждого из нас, если не лично, то наших семей. Мой папа перенес COVID-19. Сейчас все хорошо, слава богу. Моя тетя Любовь Ивановна Луценко работает врачом скорой помощи. Она тоже перенесла это заболевание, и она теперь опять в строю. Мы совершенно не понаслышке знаем, как это важно и как это тяжело. Мы сейчас здесь без масок, но мы абсолютно все недавно прошли тест, он негативный. Поэтому смотрите на нас, но творчески. Очень важно, все это знают, но тем не менее, я еще раз вам это повторю, очень важно заботиться не только о себе, а заботиться о всех окружающих, потому что мы можем переносить эту болезнь, поэтому все меры предосторожности чрезвычайно важны. Спасибо.
Это была группа «Ногу свело». Максим Покровский. Макс, большое спасибо. Ждем тебя уже здесь, в Москве, в России с концертами. Приезжай уже скорее. Ну что, к сожалению, подходит к концу наш благотворительный концерт «Звуки добра», организованный совместно с Национальной ассоциацией производителей музыкальных инструментов и оборудования «Мир МИО», благотворительным фондом «Врачебное братство» при поддержке нашего радио и, конечно же, спасибо всем нашим друзьям-музыкантам. Ну а завершает нашу концертную программу Светлана Сурганова. Во время карантина Светлана ездила работать в свою новую творческую студию, которую для себя сделала группа. Это арт-пространство под названием «Пушкин рядом». А в конце ноября вышел новый сингл, сделанный в этой студии «Ливень осенний». А в ней же записывали и новый альбом. В работе над пластинкой Светлана и провела самоизоляцию. 10 октября Сурганова оркестр отыграли в Крокус-Сити-Холле большой концерт с карантинной рассадкой. И, конечно, как и всем музыкантам, им пришлось перенести большое количество концертов. Ну а сейчас Светлана Сурганова прямо из Санкт-Петербурга. Коллектив «Сургановый оркестр», в частности, лидеры коллектива Валерий Тха и Светлана Сурганова, с удовольствием поддерживают марафон, который устраивает наше радио «Звуки добра» в поддержку врачей, которые уже на протяжении стольких месяцев борются с ковидом и спасают многие-многие жизни, подчас рискуя собственными. Мы сейчас хотим исполнить несколько своих песен, которые, я очень надеюсь, придадут немножко жизненной энергии, может быть, отчасти отвлекут от проблем и просто дадут сил дорогим, горячо уважаемым, любимым врачам. Итак, начнем мы с песни, которая называется «В твою честь». Уважаемые врачи, уважаемые медики, все, медсестры, медбратья, санитары, врачи, все-все-все, сегодня исполняем все в вашу честь. В твою честь я пью зеленый чай, моя трезвость не знает границ. Смелость берет города, а моя набирает терпение в шприц. Мне не нужен для памяти больше объем, чем тот, что есть у меня. В моем сердце достаточно камер, чтоб надежно хранить там тебя. И тому, кто решился плыть за буки, за плечами не нужен груз. В легких соленым выдохом прочь, я больше сюда не вернусь. Но если ты скажешь, побудь со мной, все тут же просохнут моря. Пешком, ползком добегу, долечу, чтоб только увидеть тебя. В твою честь я жгу мосты за спиной, мне мало наломанных дров. Посмотри, как танцует огонь моих сигнальных костров. Я просто готова с тобой летать, но такой не набрать высоты. И как ни ныряй, мне все не достать до дна твоей глубины. Материя неба торопит мой пульс, я плотно укутана в ней. Теперь мои пальцы танцуют блюз на стоптанных клавишах дней. Но если ты скажешь, спой мне еще, я буду искать слова. Я лучший орнамент сплету из нот, чтоб только грудь им тебя. Мой пульс, я плотно укутана в ней. Теперь мои пальцы танцуют блюз на стоптанных клавишах дней. Но если ты скажешь, спой мне еще,
еще я буду искать слова. Я лучший орнамент сплету из нот, чтоб только укрыть им тебя. Итак, в твою честь я пью зеленый чай, моя трезвость знает границ. Смелость вперед, города, а моя набирают терпение в шприц. Мне не нужен для памяти больше объем, чем тот, что есть у меня. В моем сердце достаточно камер, чтоб надежно хранить там тебя. 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 Следующую песню мы исполним под названием «Река». Немножко философской лирики. One, two, three, four. Ты моя река, тайна твой исток, я в твоих волнах. Бересты челнок, берега твои, верест до полынь, а в ушах моих голоса пустынь. Ты воды глоток, страннику в пути, в твой живой поток дважды не войти. Буйство вешних вод, холод ледника, небо монолог, щедрость родника. Так плыву ли до рассвета? Звезды, ветер, ночь, жар костров, магии весны. У тебя я жду ответа, как двух берегов мне свести мосты. Сразу не поймешь, кто твой господин. Вынесешь одних баловней любви, унесешь других с камнем на груди. Почву оросишь, перекинешь трос, всяк найдет ответ, кто задаст вопрос. Что на дне твоем сразу не постичь, прячет поцелуй плеск весла в ночи. Плывем ли до рассвета? Звезды, ветер, ночь, каталог земной любви. У тебя я жду ответа, как двух берегов нам свести мосты. Сладко мне глотать мудрость тишины. Гибкая река, жажду утоли, смоет беды все, все грехи прости. Так плывем ли до рассвета? Звезды, ветер, ночь, каталог земной любви. Я жду ответа, как двух берегов нам свести мосты. Белую песню, которую мы сейчас с Валерием исполним, у меня на самом деле всегда ассоциировалась именно с врачами.
белые халаты, свет в конце тоннеля. И всегда настраивала тоже на светлую философскую волну. Итак, белая песня специально для уважаемых дорогих врачей. Солнце спину горизонта, где сирень кудрявят цветет и поет прибой, где пушистая пшеница и как лезвие осока, где парящий в небе птицей голос твой. Там мои обнимешь плечи, ветром волосы встревожишь, только там открыты двери нам с тобой. Очнутся крылья за спиной, когда войдешь в мой спящий дом. Ты с первым солнечным лучом подаришь поцелуй. Сынка запархает воля, я рисую снова тонких нитей одиночества. Как бы ни было далеко на губах, улыбка Бога, ты всегда со мною. Белым-белым кроет снегом зелень глаз твоих. Белым-белым станет корень в волосах моих скоро. Горным соком грудь земли ласкают реки, где глаза глядят на север с ледяной тоской, где обшарпанное время под тифон иглою лечит, где как в парке пляшут тени танец свой. Там мои услышишь речи, водопады слов уронишь, только там открыты двери нам с тобой. Очнутся крылья за спиной, когда войдешь в мой спящий дом. Ты с первым солнечным лучом подаришь поцелуй. Стрекоза порхает поле, я рисую снова тонких нитей одиночества. Как бы ни было далеко на губах, улыбка Бога, ты всегда со мною. Белым-белым кроет снегом зелень глаз твоих. Белым-белым станет корень в волосах моих скоро. Очнутся крылья за спиной, когда войдешь в мой спящий дом. Ты с первым солнечным лучом подаришь поцелуй. Стрекоза порхает пора, я рисую снова тонких нитей одиночества. Как бы ни было далеко на губах, улыбка Бога, ты всегда со мною. Белым-белым кроет снегом зелень глаз твоих. Белым-белым станет корень в волосах моих скоро.
Это благотворительный концерт «Звуки добра» в поддержку врачей, которые пострадали в 2020 году от коронавирусной инфекции. Спасибо Светлане Сургановой и всем-всем нашим музыкантам, которые приехали в нашу студию или выступили удаленно. Мы очень ждем с вами встреч уже на живых, больших, настоящих концертах. Поэтому до скорых встреч! Большое спасибо всем тем, кто был сегодня вместе с нами. Давайте беречь врачей, давайте соблюдать все необходимые меры предосторожности. Давайте сделаем так, чтобы наши близкие и мы были живы и здоровы. Ну а мы прощаемся с вами. С вами была Татьяна Борисова и Андрей Ломанов. Увидимся на концертах, ну и, конечно, услышимся в эфире нашего радио. Будьте здоровы, не болейте. И берегите себя.